Именно такой вопрос самопровозглашенному революционеру и региональному политику Денису Дашкевичу задают десятки жителей города Рогачева. Но обо всем по порядку. Денис – активный участник протестных акций в городе. Ни он, ни ведомая им группа людей не слушали неоднократных разъяснений и предупреждений сотрудников милиции о незаконности такой деятельности. Дашкевич заверял сторонников: «За штрафы не переживайте, созданный фонд все компенсирует». Только Дашкевич, наверное, забыл, как год назад он сам обвинял оппозицию в том, что та не может поделить грантовские деньги, даже судился с правозащитником Леней Судаленко, устраивая шоу в Рогачевском суде. Сейчас ничего не изменилось, фонды есть, а денег в них нет. Спросите лучше об этом Юру Гонцевича, ему тоже обещали золотые горы. Поэтому ведомые Дашкевичем люди спрашивают: «Денис, а где же обещанные деньги? Как и чем платить штрафы?» А тот молчит. У самого Дениса финансы давно поют романсы. В свои 35 лет он является одним из администраторов сайта «Рогачев онлайн». Желание поднять культуру на селе практически угасло, хотя местная власть дала ему такую возможность. Вот тебе, Дениска, Дом культуры, руководи коллективом. Не срослось. Начиная с 2007 года, Денис 24 раза привлекался к административной ответственности. Это целый букет правонарушений. Здесь и мелкое хулиганство, и пьянство на работе, и незаконные операции с валютой, незаконная предпринимательская деятельность, нарушение авторского права, неуплата налогов и так далее. Такой образ жизни не мог остаться в стороне от правоохранительных органов. Дашкевич состоит на профучете в Рогачевском РУВД. Дважды совершил правонарушение в пьяном виде. Если подучетный не станет на путь исправления, то у него есть все шансы на визит к наркологу. И не для профилактической беседы, а для прохождения медицинской комиссии в целях определения возможности его изоляции в лечебно-трудовой профилактории. При таком раскладе и так весьма смутные иллюзии об обещанных деньгах из фонда растают окончательно. Как говорится, на фонд надейся, а сам не плашай.